Три простых новогодних макияжа, которые можно сделать даже пальчиками. Для первого я возьму блестящие кремовые тени и нанесу их на все подвижное веко и внешний угол. Границу слегка растушую. Складку можно затемнить коричневым оттенком, и первый вариант готов. Для второго лиловым построю форму на внешнем уголке. Затем возьму темный шиммер и положу на внешний край подвижного века, а на серединку и внутренний уголок светлый. Растушую границу, можно закончить, а можно подвести ресничный край. И второй вариант готов. Если эти мейки кажутся недостаточно яркими, то третий макияж для тебя. На внешний угол кладу темно-зеленый шиммер и строю им форму. На серединку верхнего и нижнего века положу оттенок посветлее. На слизистую добавлю контрастную подводку, а на внутренний угол золото. Третий образ получился самый яркий. Все три макияжа я выполнила новой лимитированной коллекции от La Mer Moonrise. Коллекция создает настоящую магию в макияже своими нереально красивыми шиммерами, с которыми можно создать яркий и неповторимый новогодний образ.